Киберкобра на связи. Если ты, молодой поц, хочешь получать деньги из CPA сетей, но не знаешь, где взять трафик, тогда кликай по ссылке в описании. Киберкобра научит тебя выжимать трафик из Инстаграма и сливать на CPA сети, и ты станешь богат, мой друг. Сейчас я вам покажу Бурдж-Халифу, самое высокое в мире здание.
больше всего. А мы увидим, да, сейчас это? Не знаю, вот это сейчас здание приедет. Да дебил, конечно. Как визу получить? Ну не знаю, обратитесь в агентство. Сейчас покажу вам в эту полицию красивое здание. Видите Бурдж-Халифа? Вообще круто. Вообще Дубай очень красивый город. Я настроена тебя уговаривать. Да? Как будешь меня уговаривать? Я тебя настроена. Какая мотивация. Как сегодня, да, была такая мотивация. Какая мотивация, да. Мы сегодня встретили друзей. Они были там с девушками, короче. И эти друзья, ну, видно, девушки такие, не знаю, ну, наверное, хорошие девушки. Но они очень шутят над этими девушками. Мы сегодня их увидели второй день вместе. И я говорю, ну ничего себе, какая же вы терпеливая. Я не ожидала увидеть вас в этой компании снова. Она говорит, да, я стойкая. Я говорю, какая же у вас мотивация. Ну, в общем, отсюда и родилась шутка. Так. Hola, this is Argentina. Hola, Argentina, ¿cómo estás? Buenos días. Buenas noches. Уже ночи. Да. Но в Аргентине-то сколько сейчас время, мы не знаем. Так. Сердечки, класс, так приятно. Так, покажи, что впереди. Ну, только что показывала. Впереди здание. Дорога. У вас голова-то еще не кружится вообще? Такое. Ну что вы, котики мои. А дальше? Так. Вау. Амура такая на стиле. Так, Викуль, носишь только брендовые вещи? Да нет, ношу то, что нравится, не только брендовые. Разные ношу. Сейчас вот на мне... Сейчас, правда, все брендовое. Ну, я вообще не запариваюсь. Мне просто нравятся какие-то вещи, я покупаю. Нет, ну вот шорты на мне драные, я купила их в Лос-Анджелесе. Какие-то безымянные. А что остальное? Так. Что еще? Давайте, а то мы скоро приедем, я уже отключусь. На чем едете? Ну, на машине. Очевидно. Так, hello. Hello. Какая машина? Mercedes. На мне все супер, спасибо. Я домой еду. Куда едете? Да домой.
Ипруме была? Нет, мы хотели поехать, мы в САСе были, а в Ипрум не доехали. Ну, если вообще спрашиваете, то, конечно, была. Это наших друзей заведение. Мы тут все между собой дружим. Русские. Вы пошли? Да. Ладно, ребята, желаю вам классного субботнего вечера. Целую вас по машинке. Вот, моя красотка вам машет ручкой. Да. Я вас тоже целую. Проведите его с пользой. Пусть вам будет весело. А мы приехали.